Здравствуйте, меня зовут Кристина Остапец. Я приехала с Воронежа, с Яминской усадьбы, со своим Мерином Гравианом. Мы сюда приехали на мастер-класс. Вчера мы тренировались с моей Горбачевой. Я очень благодарна ей за то, что она помогла нам. И сегодня на прикидке мы уже улучшили свой результат, обратили внимание на положение головы лошади. Я приехала сюда на два соревнования, на Кубок Победы и Чемпионат России. Мы надеемся улучшить свои результаты. Спасибо Максиму Стейблс за организацию таких соревнований и за возможность приезжать с разных регионов и узнавать все новое и улучшать свои результаты.